Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Кто у нас ягазун еще не спит? Шейхунчик не спит. Самый ягазистый. Все остальные уже утомились. И спать завалились, да? И всем сейчас пожелаем самой спокойной и самой сладкой ночки. Ой. Лялюшка, ты пошла маму целовать, да? Поближе к мамочке и к подружечке к своей, да? А шейх носится, всех баламутит. Баламутит. Тут у нас холмик. Милуська спит. А тут кысулька рядом со всеми, да? Скажи, да они меня не беспокоят, спать мне не мешают. Чувствую себя хорошо, и мне тут очень даже комфортно, да? Тоже вам тигра амурская наша желает, тоже приятных снов. Лялечка говорит, а я пойду тогда кошку поцелую. Ты же знаешь, она не любит целоваться. Ни с тобой, ни с кем другим. О, позевуль такой. Нецеловальная у нас кошка, да. Абсолютно нецеловальная кошка. Сама может причем поцеловать, а другим не дает. Говорит, целуюсь, когда хочу. А это эти два ласковых зверя. А говорят, чихуахуа злые собаки. Сроду не злые, добрые и ласковые. Да, шихунь? Иногда строгими бывают, да. По крайней мере, делают вид такой. Ну, а тут все в плену Морфея уже. Даже ухом не ведет наша маленькая прелесть. Вегусик, ты тоже уже все? Ну, все. Все сладко спят. Чего и вам желаем, наши дорогие. Всем спокойной ночи, самых сладких снов. И желаем всем хорошо, великолепно выспаться.